Да, ты не забыл про Шымкент? Шымкент? О, Шымкентушечка моя. Все, не мешай, я вещи собираю. Просто отвези сумку и приедь обратно, хорошо? Ладно. Ну что, поехали? Слышь! Малар, где? Там, да, Маларда? Быстро найдите мне их! Ты что, ублюдок, где мои деньги? Какие деньги? Что за Санта-Барбару вы мне тут устроили? Добро пожаловать на их. Ла-ла-ла-ла-ла. Денег, Тарас. Короче, не от него нужна духа, сука. Мне крупно повезло. И мне крупно повезло. Я тебе голову так вышибу, что у тебя пальца на ногах не останется. При чем тут голова и пальцы? Да хер его знает, звучит круто. Дурак, что ли? Красавчика, возьмите с собой. Все, иду. Эй, не ты, вот этого возьмите. Вроде трюм нормального я, братан. А почему у тебя форма американского полицейского? Это под крикем. Что? Это под крыщ. Это под крыщом. Не понял. Под крытьем. Может, под прикрытием? Да. Да, малой, да. А что если ОМОНа поймают? Классно же, наоборот. У него будет свой большой дом. Охраняемая охрана из охраны. Он охренеет. Может, тогда их вытащим, а тебя там оставим? Давайте. Только я не один пойду туда. А с кем? С удовольствием. У меня есть хороший знакомый, родственник, брат. Он очень высоко поднялся. Ты имел в виду крышу? Ну да, он же поднялся. Өзіңдей перкутта тойға шығып жүр ғой, дайындалсай, ақша табайықта. Мөлдір әмірмек бар. Сен барда түңілмедім. Но фильм не об этом. Об этом, не об этом болған үшінде бір кино бар ғой. Самая угарная комедия года. Угарная поездка.